Mai mulți locuitori ai orașului Bălți, membri ai comunității evreiești și reprezentanții ai autorităților publice locale au comemorat astăzi victimele Holocaustului. Participanții s-au adunat la memorialul dedicat celor care au avut de suferit în urma Holocaustului, unde au depus flori și au aprins lumânări în semn de respect față de cei care și-au pierdut viața în acea perioadă neagră a istoriei. Oamenii prezenți la eveniment au subliniat necesitatea păstrării memoriei pentru a preveni repetarea unor astfel de orori. Эти люди были, как и все мы, но почему-то гнобили, унижали, ни за что невинных людей погубили. Для меня это больно. Я все время вот прихожу к этому памятнику, читаю книги большие про это, что творили немцы, понимаете? И для меня это очень, ну как сказать, не праздник, но дань памяти, понимаете, вот это, понимаете, вот так вот. Моя мама жила на Украине, село Калюс, это было еврейское село. Пришли бендеровцы и фашисты. Короче, всех согнали, эти самые люди выкопали яму себе и всех скинули живыми людьми, кидали в эту яму и засыпали. Та яма 5 дней ходила ходуном. Анна Зейденберг s-a născut în timpul războiului. Femeia își aduce aminte cu groază de chinurile la care a fost supusă familia ei. Я родилась в войну. Поэтому я все воспоминания, что я пережила, говорю со слов матери и старших сестер. Детства у меня не было. Для того, чтобы вы поняли, что творилось у нас не было Освенцима, но у нас был маленький, где село было обнесено колючей проволокой, никто не мог ни зайти, ни выйти. Если сегодня говорили, что где-то давали по кусочку хлеба, у нас этого не было. Мужчины мучили детей умно, намеренно, умело, творили будничное дело, трудились, мучили детей. И это каждый день опять, кляня, ругаясь без причины. А детям было не понять, чего хотят от них мужчины. În timpul celui de-al doilea război mondial au fost omorâți peste 6 milioane de evrei. Se estimează că peste 200 de mii de asasini au comis crimele asociate Holocaustului.